Александр Иванович Куприн Анафима. Отец Дьякон, полно тебе свечи жечь, не напасешься, — сказала Дьяконица. — Время вставать. Эта маленькая, худенькая, желтолицая женщина, бывшая епархиалка, обращалась со своим мужем чрезвычайно строго. Когда она была еще в институте, там господствовало мнение, что мужчины — подлецы, обманщики и тираны, с которыми надо быть жестокими. Но протодьякон вовсе не казался тираном. Он совершенно искренне боялся своей немного истеричной, немного припадочной дьяконицы. Детей у них не было, дьяконица оказалась бесплодной. В дьяконе же было около девяти с половиной пудов чистого веса грудная клетка точно корпус автомобиля, страшный голос и при этом та нежная снисходительность, которая свойственна только чрезвычайно сильным людям по отношению к слабым. Приходилось протодьякону очень долго устраивать голос. Это противное, мучительно длительное занятие, конечно, знакомо всем, кому случалось петь публично. Смазывать горло, полоскать его раствором борной кислоты, дышать паром, еще лежа в постели, отец Олимпии пробовал голос. Вио, вио, аллилуйя, аллилуйя, Обачи, ма, 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 ма. Не звучит голос, подумал он. Владыко, благослови. Кхм, кхм». Совершенно так же, как знаменитые певцы, он был подвержен мнительности. Известно, что актеры бледнеют и крестятся перед выходом на сцену. Отец Олимпий, вступая в храм, крестился по чину и по обычаю. Но нередко, творя крестное знамения, он также бледнел от волнения и думал, ах, не сорваться бы. Один только он во всем городе, а может быть и во всей России, мог бы заставить в тоне «рефисля» звучать старинный темный с золотом и мозаичными травками старинный собор. Он один умел наполнить своим мощным звериным голосом все закоулки старого здания и заставить дрожать и звенеть в тон хрустальные стекляшки на подникодилах. Жеманная кислая дьяконица принесла ему жидкого чаю с лимоном и, как всегда по воскресеньям, стакан водки. Олимпий еще раз попробовал голос «Ми, ми, фо, мироносицы». «Эй, мать!» — крикнул он в другую комнату дьяконица. Дай мне Рена физгармонии. Жена протянула длинную унылую ноту. — Колесницы гонителю фараон. Нет, конечно, спал голос. Да и черт подсунул мне этого писателя. Как его? Отец Олимпий был большой любитель чтения. Читал много и без разбора, а фамилиями авторов редко интересовался. Семинарское образование, основанное главным образом на зубрежке, на читке устава, на необходимых цитатах из отцов церкви, развило его память до необыкновенных размеров. Для того, чтобы заучить наизусть целую страницу из таких сложных писателей-казуистов, как Блаженный Августин, Тертулиан, Ориген Адамантовый, Василий Великий и Иоанн Златоуст, ему достаточно было только пробежать глазами строки, чтобы их запомнить наизусть. Книгами его снабжал студент из Вифанской академии, Смирнов. И как раз перед этой ночью он принес ему прелестную повесть о том, как на Кавказе жили солдаты, казаки, чеченцы, как убивали друг друга, пили вино, женились и охотились на зверей. Это чтение взбудоражило стихийную протодьяконскую душу. Три раза подряд прочитал он повесть, и часто во время чтения плакал и смеялся от восторга, сжимал кулаки и ворочился сбоку на бок своим огромным телом. Конечно, лучше бы ему было быть охотником, воином, рыболовом, пахарем, а вовсе не духовным лицом. В собор он всегда приходил немного позднее, чем полагалось, так же, как знаменитый баритон в театр. Проходя в южные двери алтаря, он в последний раз откашливался попробовал голос. — Звучит в рэ, подумал он. — А этот подлец непременно задаст в до диез. Все равно я переведу хор на свой тон. В нем проснулась настоящая гордость любимца публики, баловни всего города, на которого даже мальчишки собирались глазеть с таким благоговением, с каким они смотрят в раскрытую пасть медного геликона в военном оркестре на бульваре. Вошел архиепископ и торжественно был водворен на свое место. Митра у него была надета немного на левый бок. Два иподиакона стояли по бокам с кадилами и в такт брицали ими. Священство в светлых праздничных ризах окружало архиерейское место. Два священника вынесли из алтаря иконы Спасителей и Богородицы и положили их на аналой. Собор был на южный образец, и в нем, наподобие католических церквей, была устроена дубовая резная кафедра, прилепившаяся в углу храма с винтовым ходом вверх. Медленно ощупывая ступеньку за ступенькой и бережно трогая руками дубовые поручни, он всегда боялся как бы не сломать чего-нибудь по нечаянности, поднялся протодьякон на кафедру, откашлялся, потянул из носа в рот, Плюнул через барьер, ущипнул камертон, перешел от докре Ре и начал «Благослови, преосвященный владыка!» «Нет, подлец, регент», — подумал он, — «ты при владыке не посмеешь перевести мне тон». С удовольствием он в эту минуту почувствовал, что его голос звучит гораздо лучше, чем обыкновенно. Переходит свободный из тона в тон и сотрясает мягкими глубокими вздохами весь воздух собора. Шел чин православия в первую неделю Великого Поста. Пока отцу Олимпию было немного работы. Чтец бубнил неразборчиво псалмы, гнусавил дьякон из академиков, будущий профессор гомилетики. Протодьякон время от времени рычал «Вон мем, Господу помолимся!» Стоял он на своем возвышении, огромный, в золотом парчевом негнущемся стихаре, с черными сединой волосами, похожими на львиную гриву, и время от времени постоянно пробовал голос. Церковь была вся набита какими-то слезливыми старушонками и седобородами толстопузами старичками, похожими не то на рыбных торговцев, не то на ростовщиков. Странно, вдруг подумал Олимпий, отчего это у всех женщин лица, если глядеть в профиль, Похоже либо на рыбью морду, либо на куриную голову. Вот и дьяконица тоже. Однако профессиональная привычка заставляла его все время следить за службой потребнику 17 столетия. Псаломщик кончил молитву «Всевышний Боже, Владыка и Создателю всея твари, наконец, аминь». Началось утверждение православия. Кто Бог? велей, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса един. Распев был крюковой, не особенно ясный. Вообще, последование в неделю православия и чин анафематствования можно видоизменять как угодно. Уже того достаточно, что святая церковь знает о а анафиматствовании, написанные по специальным поводам. Проклятие Ивашки Мазепи, Стеньки Разину, Еретикам... Арию, иконоборцам, протопопу Авакума и так далее, и так далее. Но с протодьяконом случилось сегодня что-то странное, чего с ним еще никогда не бывало. Правда, его немного развезло от той водки, которую ему утром поднесла жена. Почему-то его мысли никак не могли отвязаться от той повести, которую он читал в прошедшую ночь, и постоянно в его уме с необычайной яркостью всплывали простые, прелестные и бесконечно увлекательные образы. Но безошибочно следуя привычке, он уже окончил символ веры, сказал «Аминь» и по древнему ключевому распеву возгласил «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста ни из канона приблаженного отца и пастыря Андрея Крицкого, ни из чина погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребещащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, анафемствовал и отлучил от церкви иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащихся учения Итала, Немонаха Нила, Константина Булгариса и Ириника, Варлаама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь Магометан, Богомолов, жидовствующих, проклял хулящих праздник Благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников, Гришку Отрепьева, Тимошку Акундинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учения противное православной вере. Потом пошли проклятия категорические, неприемлющим благодати искупления, отмещущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предания помышляющим яко православные государи возводятся на престолы не по особливому от них Божию благоволению и при помазании дарования Святого Духа к происхождению великого сего звания в них не изливаются и так одерзающим против их на бунты и измену ругающим и хулящим святые иконы и на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными стонущими ангельскими голосами «Анафема!». Давно в толпе истерически всклипывали женщины. Протодьякон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоиерея. По распоряжению преосвященнейшего владыки анафемствовать болярина Льва Толстого. См. Требник. Гл. Л было приписано в записке. От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло, однако он откашлялся и опять начал «Благослови Преосвященнейший Владыко!» Скорее, он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея. «Протодиаконство твое, да благословит Господь Бог наш, анафемствуйте богохульник и отступник от веры Христовой!» Блядословно отвергающего святые тайны Господни болярина Льва Толстого во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вдруг Олимпий почувствовал, что волосы у него на голове топорщатся в разные стороны и стали тяжелыми и жесткими точной стальной проволоки, и в тот же момент с необыкновенной ясностью всплыли прекрасные слова вчерашней повести. Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые велись над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него. — Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? — Дура, дура! Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек. — Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много! — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами... Учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. Сама себя губишь, а я тебя жалею. Боже мой! Кого это я проклинаю, — думал в ужасе дьякон, — неужели его? Ведь я же всю ночь проплакал от радости, от умиления, от нежности. Но покорной тысячелетней привычке он ронял ужасные, потрясающие слова проклятия, и они падали в толпу точно удары огромного медного колокола. Бывший поп Никита и чернцы Сергий Саватий да Саватий же Дорофей и Гавриил, святые церковные таинства хулят, а покаяться и покориться истинной церкви не хощут. Все за такое богопротивное дело да будут прокляти. Он подождал немного, пока в воздухе не устоится его голос. Теперь он был красен и весь в поту. По обеим сторонам горла у него вздулись артерии, каждая в палец толщиной. А то раз сидел на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, Ваши черти-солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой-то черт, взял за ножки, да обугал. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях. И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю, зыбку бросили, и бабу угнали, дом сожгли. А джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Хотя искусите дух Господень по Симону Волхву и по Ананию, и я копес, возвращаяся на свои блевотины, да будут дни его, моли, зли, и молитва его да будет в грех, и дьявол достанет в десных его, да изыдет осужден, вроде единым да погибнет имя его, и да истребится от земли память его» и да придут проклятство и анафема, не точью сугубо и тригубо, но многогубо, да будет ему каиного трясения, гиезио прокажение, иудина удавление, симона волхва погибель, ариево тесновение, анании и сапфире внезапное издохновение, да будет отлучен и стон, и по смерти не прощен, и тело его да не рассыплется, и земля его да не примет, и да будет часть его в гиене вечной, и мучен будет день и ночь». Но четкая память все дальше и дальше подсказывала ему прекрасные слова. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет, хоть зверя, пример, возьми. Он и в татарском камыше живет, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь. Протодьякон вдруг остановился и с треском захлопнул древний требник. Там дальше шли еще более ужасные слова проклятий, те слова, которые наряду с чином исповедания мирских человек мог выдумать только узкий ум иноков первых веков христианства. Лицо его стало синим, почти черным. Пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент ему казалось, что он упадет в обморок, но он справился. И, напрягая всю мощь своего громадного голоса, он начал торжественно. «Земной нашей радости, украшению и цвету жизни» воистину Христа соратнику и слуге, болярину льву. Он замолчал на секунду, а в переполненной народом церкви в это время не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканье ног. Был тот ужасный момент тишины, когда многосотенная толпа молчит, подчиняясь одной воле, охваченной одним чувством. И вот глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели, и лицо его на момент сделалось столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлялся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел Многое лето! и вместо того, чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх. Теперь напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно точно серебряные звуки архангельских труп они кричали на всю церковь «Многое, многое, многое лето!» На кафедру к отцу Олимпию уже взобрались отец-настоятель, отец-благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревожная дьяконица. — Оставьте меня, оставьте в покое! — сказал отец Олимпий гневным, свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой отца благочинного. — Я сорвал себе голос, но это во славу Божию, и его отойдите! Он снял в алтаре свои парчевые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, арарь перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно со странной боязнью расступались перед ним, образуя широкую дорогу. Точно каменный прошел он мимо архиерейского места, даже не покосившись туда взглядом, и вышел на паперть. Только в церковном сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача, и дергая его за рукав, фрясы и залепетала. — Что ж ты надела, дурак окаянный? Наглотался с утра водки нечестивой пьяницы. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты Черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, Ирода, придется, убоище глупое, заел мою жизнь. Все равно, прошипел он, глядя в землю. Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники. А сам все равно сложу с себя. Завтра же не хочу больше, не желаю. Душа не терпит. Верую истина по символу веры во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы не приемлю. Все Бог сделал на радость человеку, — вдруг произнес он знакомые прекрасные слова. — Дурак ты, Верзила! — закричала дьяконица. — Скажите на радость, я тебя в сумасшедший дом засажу. Порадуешься там? Я пойду к губернатору, до самого царя дойду. Допился до белой горячки бревно дубовое. Тогда отец Олимпий остановился, повернулся к ней и, расширяя большие воловьи гневные глаза, произнес тяжело и сурово. — Ну, и впервые робко замолкла, отошла от мужа, закрыла лицо носовым платком и заплакала. А он пошел дальше, необъятно огромный, черный и величественный, как монумент.